Ну и скажите, что вы думаете делать дальше? Ну, мы уверены, что законность должна торжествовать везде и всегда. И что правоохранительные органы помогут нам в этом вопросе? Конечно. Они обязаны отреагировать. Полиция Днепровская. Правовые полы. Нет, такая она не... По причем другого района. Киевпортсервис – это организация, которая никакого отношения не имеет к этой стоянке. Наша стоянка – кооператив. И она не городская. Вот эти самозахваченные земли, которые были там, да, они да. Они приходят и силовым выгоняют людей. А здесь кооператив с 86 года. По закону мы имеем право первоочередности аренды. А кто сейчас председатель кооператива? Вы? Ну вот скажите, пожалуйста, вы вот в последнее же время вы видите, что идет отжим, идет перераспределение собственности, захват земель, майна. Вот у вас было такое предчувствие, что может такое случиться, что к вам придут? Как вы к этому готовились? Вот пишем. Вот люди, надеемся на людей, которые здесь остались. А было ли общение с аналогичной ситуацией? Или, скажем, стояночники, которые отстояли, вот каким образом они отстаивали? Предлагали ли вам услуги политических партий каких-то? Да, предлагали. Да? Предлагали. Ну, кто здесь приходил помогать вам, помочь вам? Не, предлагали, мы не да. воспользовались. А, не воспользовались. Предлагали услуги политических партий, мы не воспользовались. Угу. Все понятно.